И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами слушаем, точнее, смотрим Сквор 1717 Бу на Твиче, ссылочка в описании. Стрим, погнали, клип с нового альбома. Сразу со всеми будем смотреть, прям на премьерчике. Реакция на альбом есть на канале, ребят, уже вышла, смотрим клип на трек Бу. Ебать, девочка красивая, кстати. Разные кадры, да? Необычный клип. Я не знаю, нахуй вообще делать клипы на интруху. Давайте вот теперь поговорим с вами. У нас было очень вмазанное вступление, давайте поговорим. Охуенный клип. Вы же выкупили, что... Я только сейчас выкупил, что привидение. И в этом отсылка на обложку как раз тура. Я только сейчас понял теперь, к чему привидение. И там не один раз они в альбоме упоминаются. Еще раз клип. Давайте вот так просто сделаем. Все. Пипи-пикси-склад, да. Тут отсылочки разные, а я лайк уже поставил. Короче, девка, смотрите, если вы смотрели мою реакцию на альбом, то вы знаете, в какой концепт я увидел. Если не смотрели, то сначала посмотрите, я не знаю, что вы вообще тут делаете. Обязательно, реально, гляньте. Пипи-пикси-склад, естественно, бро. Возможно, общается с Даней, ну и с Никитой. Тоже, возможно, с кем-то из них общается. Ну, короче, с лирическим героем, возможно, базарит. С которым она гуляла в альбоме. То есть она такая вся счастливая. Время спать наступает. И тут приходят эти два хуесоса. А у меня такой же медведь есть! Слышите, вот он. Он такой же, бля. Слышите, я вам клянусь, нахуй. Смотрите, это такой же медведь, только, ну, цепи нет. И плюс он побольше вроде. Это реально такой же медведь. Вам видно? Это пиздец. Сквор, вернее медведя. Что за хуйня? Нахуй, не нужен мне он. Это пиздец. Ладно. Короче, продолжаем разглядывать здесь концепт. Она прячется. Ебать, подожди, вы выкупили сейчас? Секунду. Как я провела лето, Сквор. Смотрите, сон оберегает твой плюшевый старый мишка. Ну да, он оберегает мой сон, считайте. Вы помните? Вы ща выкупили. Туда его, естественно. Теперь ты что мне скажешь? Один-один теперь я буду говорить. А я же говорил, привидений не бывает. Я стану им, чтобы говорить тебе, а я же говорил. И теперь что? Общается с этим мальчиком, он такой, ебать, она верит, там что-то привидение, видимо, скорее всего, и такой, ебать, я теперь твое нахуй привидение, и тусит с ними, чтобы она их не боялась. И он такой, а я же говорил. Я на мифедроне сижу, или что, подожди. Вы выкупили? Подожди, я же прав, ну серьезно. Блять, кстати, заходит этот трек с каждым разом все больше и больше. Бля, охуенный рок гличи вот этот прям под трек в клипе. Да,
Да-да-да, вот он показывает, он переоделся, лирический герой переодевается в привидение, чтобы его девочка не боялась. Он такой, в клипе, ну в треке же говорилось потом, а я же говорил, привидений не бывает, я стану им, чтобы говорить тебе, а я же говорил. Имба! Во, да, видите, во-во-во-во, он протягивает руку. То есть он хочет показать, да-да-да-да-да-да-да, базар, вообще базар. Но клип, конечно, на какую-то скорую руку снят. Как вам моя теория в чате от 1 до 10, оцените? Да, я ей уже похуй, что она месяц не выпустит. Но ты веришь в привидение, там было 7-8, 5-6 или 7-8? 9, спасибо, друзья, очень приятно. И тут еще контраст, мне нравится, ну, вот этот розовый вайп с привидениями. Вот это вообще ёбнутая тема. Как это в обложку альбома перерисовывается, это просто охуеть. Это просто охуеть. А я говорил, не настоящая девочка. Просто посмотрите вот чисто даже на девку. Это пиздец. Ебать. Какой нахуй разъём. Ебать. Ну это ёбнутая тема. Вообще, базар. Спасибо ребятам еще раз за альбом. Тоже просто на рандом написал балл. Да я думаю, все на рандом написали балл, естественно. Какой долбоёб будет оценивать идею от 1 до 10? Ну скажите, пожалуйста, ну какой долбоёб, ну серьезно. Я. Короче, смотрите, в чем прикол? Это очень охуенно. Спасибо ребятам еще раз большое за альбом. Буду репетить сегодня, 100%. И клип сразу же, это очень круто. Будем ждать клип на Beach House, естественно, ни на что. Ну и девочку в окне напротив тоже можно. Я хочу клипы на два эти трека. Я надеюсь, будут клипы еще. Это прикольная темка. Это скорее муд-видео, чем клип. Не скажу, что это прям полноценный клип. Ну и трек скорее как интро. Поэтому я не знаю. Хуй знает. Спасибо большое за релиз, ребятам. Это было действительно очень круто. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека, клипа, я уже заговариваюсь, да. Twitch, Telegram и Boosty, все ссылочки в описании, если вы можете на них обязательно сабнуться, да. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи, и всем пока.